Такс. Кто помнит игру детства Кузя? Позвоните Кузе. В общем, смотрим. Дорогой, скоро праздник, а у нас еще нет елки. Красного Кузя. Да, точно. Не волнуйтесь, сейчас я схожу в лес и принесу ее. Новый год как раз играем. Я просто не знал, что играть от компьютера есть. Я думал, это так для телека сделано. Там по телеку смотрели. Со зрителями играли. Игра со зрителями. Ну что, с троллитрюкским лесом покончено? Ага. Хорошо, возвращайтесь на базу. Не осталось ни одной елочки. Сцилла превратила их в маленькие сувениры. Где же жить всем лесным жителям? А как праздновать Новый год? Надо спасать троллитрюкский лес из лап этой жадной колдуньи. Не думал, что русские могут игроки делать плохие. Путь к пещере Сцилы будет нелегким, но мы обязательно справимся. Пещере Сцилы? Чемпион по слалому Кузя выходит на старт! Не забывай вовремя нажимать на клавишу пробел, чтобы Кузя перепрыгивал препятствия. Заезжай на чекпоинты, тогда ты получишь дополнительную скорость. А! Кузя на трассе! А! Черт! Отлично! Славненько покатались! Победа! Так, а по-моему, она была в 3D игра-то. А что дальше? А, вон. Ой, что это? Ой. А где мост? Как же я переберусь на ту сторону? Что же делать? Ура! Придумал! Давайте скатаем большой снежок и кинем его в яму. Тогда я спокойно смогу перейти на ту сторону. Нажимай клавиши со стрелками для передвижения по карте. Чтобы двигать снежок, используй те же клавиши. Не забудь, снежок должен быть больше ямы, иначе он просто в нее провалится. В верхней части экрана есть индикатор. Если он зеленого цвета, то снежок как раз годится, чтобы сбросить его в яму. А если желтого, то его еще нужно покатать. И последнее. Не катай снежок по следу. Снежный шар хрупкий, он может распасться. Как я? Снежочек еще маленький. Не пересекай след в следующий раз. Да, я затупил, однако. По полной причем. Ну-ка, заново. Ой, что это? А где мост? А можем пропустить? Как же я... Так. Затупил конкретно, потому что... Опять затупил. Все, уперлись. Я не могу сдвинуть снежок. Надо начинать заново. Ну да, уперлись точно. Ой, что это? Ах.
все понятно. Хватит тупить это, а? Так, все, я понял. Да что? Смотрите, это же логическое, оказывается. Сейчас элементарно логики уровня. Ой, куда я побежал, когда можно было обойти? Ну теперь уж. Так. Вот так, да, все правильно. Хватит тупить уже. Мне кажется, что снежок пора сбрасывать. Куда сбрасывать? Нет. Как заново. Ты хочешь выйти из игры? Нет. Хочу выйти. Все, уперлись. Я не могу сдвинуть снежок. Надо начинать заново. Что ты будешь делать? Что за фигня? Я на втором уровне застрял. Хотя уже охота другие посмотреть уровни. Ой, что это? А где... Так, где больше пространства? Сверху или снизу? Блин, опять 25. Он торопится, потому что... Не пересекай след в следующий раз. Да иди ты достал. Я и так знаю сам. Уже уходишь? Нет. Ой, вот что это? Ему сдаются. А где? Продолжаем тупить. Ау. Мне кажется, что снежок пора сбрасывать. Да. Ура! Ямы как не бывало. Фу. А как думался, что уровень-то легкий. А с первого раза не получилось. Теперь если другие кто посмотрят, пройду сразу. Так. Ты только посмотри, сколько здесь прихвостней Сциллы. Просто так они не дадут мне пройти. Но ничего, им не удастся меня задержать. Нажимай кнопки со стрелками для движения вперед и назад. А чтобы взять снежки, пройди через горку со снежками. Будь внимательным, противники не дремлют и будут стараться попасть в тебя. Чтобы кинуть снежок, нажимай и держи клавишу пробел. Чем дольше держишь, тем дальше полетит твой снежок. О, Гильберт какая-то. Ух, будете злы! Ух! 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 Точно, Гильберт. Уже ух! Русские до американцев все. Ой, я могу ходить опять в порядок. Попробуйте! Вот теперь мне значительно лучше! Вау, тройной точно ангел. О, птичка падает. Ух! 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 Попробуйте вот эти снежочки! Не стой на месте! Вот теперь мне значительно лучше! Попробуйте вот эти снежочки! Ух! А что такое? Ух! Ух! Первый раз можно будет пройти. Жаль, что у меня 15 минут ограничено видео. Мы не пройдем ее. Снежные вихри! Это Сцилла наколдовала! Надо побыстрее с ними разделаться, а то если они вырастут, мне не поздоровится. Чтобы открылись ворота, надо уничтожить с помощью новогодних фейерверков все снежные вихри. Динамит. Указатель вверху экрана показывает, сколько их осталось. Чтобы передвигаться по карте, используй клавиши со стрелками. Чтобы подобрать фейерверк, просто пройди по нему. И если ты хочешь поджечь и установить его на клетку перед собой, нажми клавишу «Пробел». И не забывай отбегать, они сильно взрываются. Значит, это динамит, а не фейерверк. Мне нужны фейерверки! Нету, что ли?
Да, 0 вон справа. А зачем уничтожать эти? Упустили вихрь! Мне придется убежать, а тебе начать игру заново. В смысле, упустили вихрь? Я не понимаю ничего. Что мне делать-то надо? Вот это фейерверк! Да он минер. Ну, игра прикольная, как раз по-моему. Не стой на месте! Только не дай им разгуляться! Нет. Упустили вихрь! Мне придется убежать, а тебе начать игру заново. Достало. Все, я, наверное, не пройду ее. Хотя охота, однако, пройти. Вот, кстати. Снежные вихри! Это Сцилла наколдовала! Так, все, давай. Вперед! Вот это фейерверк! Динамик. Ну все. Только не дай им разгуляться. Бабахнем! Ну вот, здрасте. Как он меня задел? Снежные. Сейчас как бабахнем! Только не дай им разгуляться! Не стой на месте! Только не дай им разгуляться! А это в руках-то у него зажигалка, да? А, нет, бенгальский огонь. Он от бенгальского огня поджигает фитиль динамита. Наконец-то, средний. Не стой на месте! Победа! А я думал, дверь будет взрывать. Ура! 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 Красоту, потому что она висит старая. Так. Это ж какой путь далекий. Обожаю кататься на санках! Нажимай кнопку пробел, чтобы разогнаться. Чем дольше держишь, тем больше скорость. Наша задача — попасть в телепорт. Да, и не забудь взять поправочку на ветер. Слабо разогнались! Я не понял. Слабо разогнались! Ну а как все разгоняться? А, вон шоколадка. Перелет!